Мої вітання, тема дня у прямому ефірі. І сьогодні будемо говорити про таке явище, як зсуви ґрунту, зокрема в нашій Одеській області. І я хочу представити гостя програми Костянтин Єгупов, доктор технічних наук, сейсмолог. Вітаю. Добрий вечір. Так, і для початку трохи інформації. Днями поблизу міста Южне стався зсув ґрунту берегового нахилу. В результаті морське дно піднялось та дивом не постраждалі люди. Очевидці цієї події розповідають, що дорога у зазначеному місці просіла приблизно на 1,5 метри, тим самим перегородивши шлях угору для відпочивальників. Більш детально про цю подію далі у сюжеті моїх колег з новин. Ми знаходимося на узбережжі Чорного моря між містом Южне та портом Южний. Тут відбувся зсув ґрунту. Земля просіла на 1,5 метри. У 50 метрах від узбережжя піднявся рівень морського дна. Частина узбережжя, близько 150 метрів, обвалилась. На цій ділянці пляжу відпочивали туристи зі Львова. Їх автомобіль опинився відрізаним від землі та застряг. Машину допомогли витягнути інші відпочиваючі. На території Сечільської сільської ради відбувся зсув ґрунту на узбережжі. 16 годин в суботу. 7.07. Причина єстественне, звичайні природні обставини. Комісію проведено обстеження, ніяких споруд поблизу цієї території немає. На цей час знаходились відпочиваючі біля місця події, але ніхто не постраждав і наші підрозділи для надання допомоги не викликалися. Проведено обстеження цієї території фахівцями сільської ради. Встановлено розміри суву, встановлені обмежувані знаки і проведена роз'яснювальна робота з людьми. Сьогодні в день на території, де стався зсув ґрунту, відпочиваючих не було. Валентин Блях, Олексій Расамахін, «Факти». Більш детально про небезпеку зсувів ґрунту та як їм запобігти, ми будемо просто зараз говорити з гостем програми Костянтин Єгупов, доктор технічних наук, сейсмолог. Отже, проблема зсувів є не новою для нашого регіону та залишається гострою для Чорноморського узбережжя. Якщо говорити про ці останні події поблизу міста Южного, на вашу думку, що стало причиною цього зсуву ґрунту? Можливо, це сейсмічна активність? Сейсмічна активність в даний конкретний момент не зафіксована. Другое діло, що коли формується оползень, то сейсмические воздействия, даже небольшие, они как бы накладывают шрамы. Они могут подтолкнуть в дальнейшем. Если бы было достаточно серьезное сейсмическое воздействие, наш бы сейсмограф его зафиксировал. Этого не было. То есть длительная сейсмическая активность могла наложиться на целый ряд причин. Это, конечно, в первую очередь, это грунтовые воды. Это их подъем, это наблюдается везде, и потом могут быть дополнительные вещи. Мне коллеги говорили, что там рядом поле, что там тяжелая техника работала. Это все вот эти капли, которые могут переполнить вот эту вот чашу. И сдвиг был по поверхности глубокого заложения, и она как раз вышла в море. Вот оно вот так вот поехало. И я эти места знаю, сам в свое время там отдыхал с палаткой. Вот. И то, что готовятся оползни, это при мониторинге это можно сделать. Но вот мы сейчас подходим к серьезной проблеме. У нас очень сложная инженерно-геологическая ситуация, на которую накладывается сейсмическая активность. 20 лет мы говорим о том, что нам нужно создать координационный совет, вот здесь он называется, по защите населения от негативных природных явищ и техногенных катастроф. Вот уже, так сказать, 18 лет, как эта проблема поднимается, потому что у нас техногенные катастрофы сейчас становятся все чаще и чаще. Наши катакомбы заполнены водой. Грунты у нас, лёсы,
При намокании они дают осадку, поэтому проблем очень много, не говоря о том, что наше здание последние минимум 50 лет эксплуатируется абсолютно безобразно. Ракушняк замокает, здание, там проводится несогласованная реконструкция, что, в общем-то, усиливает деградацию жилого фонда. И никто за этим не следит. И наши предложения ученых, что нужно создать при горсовете, облсовете структуру, куда бы вошли архитекторы, геологи, геофизики, сейсмологи, строители, которые могли бы квалифицированно подсказывать определенные действия. Так, дякую вам за відповідь. Маємо ще коментар від науковця, професор Одеського національного університету імені Мечникова Юрій Шуйський. До речі, розповів про те, що такі суви ґрунтів є типовим явищем для нашої місцевості. Далі – увага. Для берегов Одеської області взагалі характерні розрушення. Це результат того, як сложилась естественная історія Чорного моря. Это одни из самых таких высоких скоростей разрушения, до 3-4 метров в год, а в некоторые годы, значит, отступание может быть и 20 метров, и 15, сразу откололось и ушло. Это так называемые глубокие облаки. В чем их особенность? Это глубокие оползни, которые затрагивают не только блок по обрыва самого, но и морского дна. То есть в литературе они известны как глубокие оползни, которые захватывают путем давления верхнего тяжелого блока на подножье, а здесь слабые разжиженные породы, они тут же подвергаются, ну, выдавливанию, будем говорить. В результате выдавливания вот здесь нарос берег. Вы видите, как он нарос? Но морское дно наросло. Это было в 2001 году. Так, мова йшла саме про цю місцевість поблизу міста Южного, між портом та, власне, самим містом. Тож, дійсно, суви ґрунтів там траплялись. Це було і у 80-ті роки, і, як зазначив професор Юрій Шуйський, у 2001 році. Якщо володієте даними статистики, то за останній час все ж таки кількість цих сувів збільшилась, і наскільки? Наскільки це загрозливо? Ну, конечно, увеличилось в первую очередь в результате деятельности человека. Если мы сейчас наблюдаем берег в естественном состоянии, готовится оползень и происходит, а если мы здесь еще построим домики, а потом очень важно это движение береговых наносов. Вот Крыжановка, там же катастрофа, там же вертикальный берег, к которому забор буквально примыкает, и там дома. И другая еще причина оползня, потому что размывается морем берег. Раньше там намывался, там был пляж, на котором я купался когда-то. А сейчас пляж съеден. Это еще одна причина, понимаете? И когда мы начинаем активно застраивать берега, в свое время противоползневое управление, которое возглавлял Игорь Петрович Зелинский, получила большие деньги и выполнила серьезные работы. Многие критикуют, говорят, что что-то не так, но на самом деле берег удержали. И до сих пор и пляжи сохранили. Это огромные деньги. Сегодня государство не может на это пойти. Нужно искать другие инновационные пути. И без науки это сделать невозможно. Якщо повернутись до цього суву поблизу Южного, то якими будуть його подальші наслідки і наскільки це буде погано, зокрема, для екології, або не буде? Ну, мені трудно сказати, а екології – це процес достатньо естественний. Може бути там якісь, так сказати, вредні речі, які попадуть в море, але це треба детально
обследовать это, потому что у нас же получается произошло, комиссия приехала и забыли. Это явление надо сейчас обратиться к нему серьезно, провести мониторинг и сделать выводы. Но, к сожалению, пройдет время, 2-3 дня, и интерес в обществе к этому пропадет. Но я хочу сказать, что проблема в городе очень серьезная. Ее надо решать и с нашими портами. Там масса проблем. Вы знаете, года 3 назад волнолом ушел в море. 1,5 миллиарда стоил оградительное сооружение. В результате серьезных просчетов потеряли 150 метров и до сих пор не восстановили. И это все, о чем я постоянно говорил. Ситуация с развитием технологий, развитием города, она становится очень неблагоприятной для естественной среды. Если раньше такие процессы проходили, но достаточно медленно, недаром же было постановление Кабмина УСССР 64 года о запрете строительства зданий выше 3 этажей ближе 50 метров к бровке. Потому что предполагалось, что глубокий оползень 25 метров съест. За какое-то время будет 2 таких оползня возможно. И если мы там поставим здание, то процесс ускорится. Ну вот вы по Генуэзской давно ходили? Ну, не дуже давно. Но это же просто непонятно, как это можно было давать разрешение. Мы застроили там 24-этажками, и зона катакомб строить можно и высотки любые, но это дорого. Когда мы хотим здесь строить, мы должны не жалеть на изысканиях, мы не должны жалеть на фундаменте. В таких вещах фундамент должен стоить не меньше, чем основное здание. У нас этого нет, понимаете? Ну и тут будет доречное питання, в яких районах Одеси на сьогодні є загрози сувів? Ну, в общем-то, понятно, я вам назвал Аркадию и Гагаринское плато. Но там, если, не дай бог, сувы будут, то они будут, в общем-то, катастрофичны. Потому что если будет достаточно серьезное сейсмическое воздействие, то подвижки там могут быть очень и очень серьезные. Не хочу пугать одесситов, но так строить нельзя. Так, я об этом говорю уже більше 20 років. А наскільки реально, що буде така потужна сейсмічна активність? Все ж таки наш регіон, він, наскільки я розумію, може, я не права, якщо не права, виправте, у нас рідко спостерігається така потужна сейсмічна активність. Ну, относительно рідко, по сравнению з геологічними процесами, рідко. У нас було 2 семибальних воздействия, одно в 802 году, другое в 940 году. За 200 лет было в общей сложности 8 достаточно сильных воздействий. Но 7 баллов – это не катастрофа. Когда были невысокие, жесткие дома, были трещины, были повреждения, не было тотальных разрушений, что нас расслабило, и мы начали строить высотки, не понимая, что мы входим в опасную зону длиннопериодных волн от зоны Вранче, и нужно делать целый комплекс исследований при проектировании, которые, как правило, не делается, понимаете? Как правило, або взагалі ніколи не робляться. Вы понимаете, вот группа, которую я возглавляю уже много лет, выполняет научное сопровождение проектирования. И мне говорят, а вы можете гарантировать, что все будет хорошо? Я говорю, не могу. А как же, вы же делаете сопровождение. А мне недавно один крупный бизнесмен сказал, что из-за нас они делают 2 проекта. По одному проходят экспертизу, по второму строят. И мы не имеем возможности проверить, наши рекомендации учтены при строительстве или нет. И никто не слышит, ни Минрегионбуд, никто. Понимаете? Это все может плохо закончиться.
За вашу оцінку, скільки таких, який відсоток таких будівель в Одесі, які без рахування цих рекомендацій зведення? Очень трудно это оценить, потому что, ну, то, что мы выполняем научное сопровождение проектирования, наверное, процентов 20. Но ведь есть же масса сегодня объектов, которые строятся вообще без надлежащих расчетов и неквалифицированными людьми. Мы часто проверяли эти расчеты, из 10, 8 по ним нельзя проектировать, понимаете? Потому что это достаточно сложное дело, требующее опыта, которого нет. И я 40 лет преподаю, студенты учиться не хотят, аспиранты не хотят учиться, понимаете? Так, я вас зрозуміла. Далі маємо ще один коментар про те, що треба робити, аби запобігти зсувам ґрунту. Юрій Шуйський, професор університету імені Мечнікова. Далі ще один коментар. Увага. Після оползня одразу вже йде підготовка к следующему оползню. Я опять повторяю, это такова естественная история сложилась. Море. Море по-другому не может, берег по-другому не может. Значит, для того, чтобы противостоять этому негативному явлению, надо, во-первых, принять программу. Программу, которая была бы системной и приспособленной ко всем буквально участкам морского берега в пределах Одесской области. У нас есть такая программа, но она больше направлена на берегозащиту. Это программа 1977 года, генеральная схема. Генеральная схема противопоставления разрушению берега абразионным, оползневым процессам. Вот. Но она уже устарела, а современной нету. Вещь эта очень дорогая, дорогостоящая. Вы знаете, вот эта система берегозащитных сооружений у нас, от Лонжерона до Большого Фонтана, это очень дорогое удовольствие. Это, знаете, я думаю, Украина сейчас не потянет, не потому что нельзя выделить деньги, можно будет выделить, но нет заинтересованных лиц. Так, чи погоджуєтесь ви з думкою Конечно. Пана Шуйського? І дійсно, наскільки необхідна ця нова програма на рівні області та зведення нових берегоукріплювальних споруд? От у мене матеріали. Називається комплексна програма реконструкції берегозащитних комплексу міста Одеси. Не області, а тільки міста. Я приймав участь в її створенні в 2016 году. І создали, обсуждали, должны были ее утвердить, видите, паспорт программы, все, выделены деньги, ну и что? Вот она на бумаге, а на чему? Столе. А яка причина? А вот тут мне уже трудно на это ответить. Я в коридорах власти не бываю, понимаете, и мотивировка. Ну, основная причина – это отсутствие гражданской позиции. Угу. Вот с чем я столкнулся 20 лет. Бьюсь, пишу письма. У меня вот такая папка, где я писал и всем областным губернаторам, и всем нашим мэрам. Единственное, кто на это отреагировал, это Руслан Борисович Бадалан. В 2002 году было создано совещание, был издан приказ о создании Координационного совета, и был 12 пунктов, которые надо выполнить, чтобы обеспечить безопасность населения. Вот вам вопрос. Из 12 пунктов сколько выполнено? Скільки? Один. Не, и який сам? Не благодаря, а вопреки. Создана сейсмостанция за деньги активистов нашей ассоциации. Ни город, ни федеральные власти в этом не участвовали. Угу. А нам нужна целая серия сейсмостанций. Скільки их необходимо? Ну, минимум, значит, в Измаиле она должна быть. Она должна быть в Белгород-Днестровском. Она должна быть в Южном, где серьезные вещи, мы должны мониторить это дело. Это вот по Одесской области вот этот вот минимум, который нужен, чтобы мы как-то к
контролировали процеси, які відбуваються. Так, я вас зрозуміла. Окрім Южного, про який ми вже говорили, ще у Фонтанці траплялись суви ґрунту, і взимку цього року у місті Чорноморськ теж був такий потужний оповзень. І, до речі, маємо відео з місця подій, коли це відбувалось у лютому 2018 року, якщо так можна його продемонструвати. Ось ми бачимо такі наслідки були цього суву у місті Чорноморськ. Я так розумію, що ви знаєте про цю ситуацію. Дуже хорошо. Тож можете прокоментувати, чому так стало. Коли там тільки починалося це будівництво, консультувалися у моєго колеги Евгения Анатольевича Черкеса, это, кстати, основной специалист по оползневым процессам. Потому что моя специальность несколько другая, но я морской гидротехник, я связан с этим. И вот тогда давали рекомендации, что огромные деньги, которые они потратили на эти дома, надо было потратить в первую очередь на дренаж. Ведь они же строят эти дома, а канализация... То есть вся вода – это один из самых таких опасных факторов. Когда вода попадает в грунт, там начинаются вот эти вот скольжения. Это нужно было убрать, нужно было потратиться на дренажную систему и на целую серию противоползневых мероприятий. Отмахнулись. И теперь 17 многомиллионных домов превратились ни во что. Это яркий пример, когда игнорируются рекомендации ученых. А ничего не будет. А оказывается, природу трудно обмануть. Понимаете? Даже если делать серьезные мероприятия, тоже не гарантия, что проблем не будет. Понимаете? Процессы очень сложные, но что-то можно сделать. Тобто ще є час, аби щось виправити. Я вас правильно зрозуміла? Якщо почати це робити, ну, так? Ну, там Величовський, или я з трудом привикаю к новим названням. Чорноморськ, так. Чорноморськ, вот. Там, вот в этом районе уже, ведь там же проблема какая. Эти заколы начали двигаться, и они подходят уже к многоэтажным зданиям. И полгода назад мы обсуждали о необходимости комплексной программы исследовать это все, установить причину и после этого выработать мероприятие. Насколько я знаю, опять пошли кулуарно, не хотят привлекать ученых, потому что эти рекомендации могут быть неблагоприятны в смысле финансов, понимаете? Кажется, ой, много, понимаете, но скупой платит дважды. Так, я вас зрозуміла. І ще хотілося б почути від вас рекомендації для туристів. Зараз курортні сезони у цих місцях, зокрема поблизу Южного, і Фонтанка, і інші міста Чорноморськ. Там багато відпочивальників. Як все ж таки правильно себе вести, якщо ви потрапили у зону суву? Ось ми, зокрема, у сюжеті бачили, що туристи зі Львова, ось вони потрапили у таку неприємну ситуацію, вони власною автівкою не могли виїхати, і якщо б не допомога сторонніх людей, то взагалі невідомо, скільки б вони там часу провели. Що робити, як правильно діяти, аби все ж таки уберегти себе? По большому счету, ця зона повинна бути закрита для туризму. Понимаете, это власти Южного, городские власти должны этим заниматься. Я сам там отдыхал с палаткой, я знаю эти места. И у меня маленький оползень был такой локальный сверху, осыпался, слава богу, не на нашу палатку. Понимаете, там эти вещи происходят. Вот такого уровня глубокий оползень, это вещь относительно редкая. Вот. Но... Показывали, и в Крыму были случаи в Евпатории, когда прямо под вертикальной стенкой практически люди расположились, она обрушилась, и практически никто не вышел. Понимаете? Вот. Все вертикальные откосы, их надо обходить, и там, в общем-то, по возможности не находиться. И палатки не ставить, и машины очень часто ставят прямо на бровки, понимаете? И машина может уехать. Но людям это не объяснишь, кажется, да ничего не произойдет. А когда происходит, вот большое удивление. Как же так, почему нас никто не предупредил?
Ми почули у коментарі Юрія Шуйського, професора, що сувих ґрунтів вони повторюються. Тобто був один, це означає, що скоро може бути і інший. Тобто, якщо не варто виповнений зараз комплексний берегозащитний мероприятие, ведь то, що зроблено противоползневое управління от Ланжерона і далі туди. Но это очень дорого, понимаете? Но там берег уположен, поставлены стенки, это целый комплекс мероприятий, и дренажная система отвода воды, которая сейчас не работает. И последствия этого могут быть достаточно скоро. Що ж, я вам дякую за те, що сьогодні ви до нас прийшли, поговорили на цю тему. Нагадаю, що гостем програми був Костянтин Єгупов, доктор технічних наук, сейсмолог. Ви дивились програму «Тема дня». Дякую всім за увагу. До побачення.